Элита Артсплюй Продакшн представляет. Привет, мои любимые. Я думаю, у многих была такая ситуация, когда вы стоите у вражеского фонтана, у вас есть ботл, но он пустой. И вот в этот момент так сильно хочется заполнить заряды, но мы с вами знаем, что так просто этого не сделать. Вот я нахожусь возле фонтана, видите, ботл не восстанавливается, к сожалению. Да, можно даже пойти под сам фонтан, но, видите, не восстанавливается. Но его можно восстановить. И не, нет, не продавая, нет, нет. Как это делается? Смотрите. Подходим поближе к фонтану. Кладем ботл в тайник. Выбираем нашу куру, которая у меня на базе находится. Вот выбрали куру. Все это делается горячими клавишами. Потом нажимаем «Забрать из тайника». Видите, кура забрала из тайника. Ботл наполнился. Жмем «Положить» в тайник. И уже за пуджа забираем полный ботл. Вот такие вот простые манипуляции позволяют вам с легкостью заполнять ботл у вражеского фонтана. Это очень все легко делается. Опять же, я говорю, горячими клавишами. Давайте мы сейчас еще раз сделаем быстренько. Так. Теперь я уже не буду показывать курьера. Теперь мы здесь находимся. Кладем в тайник, выбираем курьера, забираем. Кладем обратно, пудж забирает. Все. Элементарно. Поставь лайк. Напиши комментарий. Подпишись на канал.